собаки начнем справа. О, опять собаки. Вот. Не с этой, а с гоноша. Лёха, спекайся в ДД, что ты в танке во втором. Куда? Туда? Чисто. Вот это вот, друля этому. Бурябаю, привяжи, пожалуйста. Я думаю, не стоит привязывать. Не стоит? Ну то. Ну я тут десятку на десятку буду ролить. Пока не будем, потому что в Геру ты все равно не попадешь. А в обычку, если придешь и с таким большим приором будешь, как у твоего паладина, будешь забирать у тех, кто, ну, будешь мод забирать. Ну я понимаю, в принципе, там конкуренции буду. Там конкуренции и так не должно быть, если эрдру одевать. Вот, да. В общем, пока не надо. Мне там, чтоб ты когда ЕП закидывал, там, чтоб для этот нахуй. Лично заморочки не было, думал. Ты в первой кем был? Хукмастером. Угу. По-моему. Да. Ну, друлем был на ГМО, потом на хукмастера закидывали, по-моему. Ну, это. Я на пола кину, а так если. Если что-то ненужное будет, там заберешь. А если чарка на эрдру... Если, короче, этим не нужен у друидам, то тебе закинь. Да, я понял. Не, просто чтоб тебе удобно было хотел. Ладно. Лента надо сломали. О, вылетел. Безобидный шорхель. Ну их нету. Валент, ты тут? Можно уже было 10 раз пробежать. На что, 7 киллов получилось? Да.
Ну, ультрадруг в ДД и друид молит тоже в ДД. Там прибежишь, нет? Валент. Беги. Это какой-то пиздец. И не говори. Валента, забафайте. Дайте столик маги. У меня уже достаточно таких предметов. Опа. Кто-то сагрил. Иди вперед. Ну все, блять. Огненный шок. Пуга ганаш. Все, удаляем игру. Ну... Пиздец, блядь. Все-таки выносим. Да дайте отвезти ты его. Кто это? Маг. Это маг новый. Двернулись. Да ебать вы насрали, это пиздец. Проводи дальше. Да ложитесь заново. Может мы лучше ляжем, да? Ну тут держать его. Решетки, ну по центру решетки держи, потом если еще оба отводить будешь. Угу. Кто тут первый раз плюс оните? Один человек тут первый раз, не отвернулись 6 человек. Ну что, совсем так, а я за этим, за боссом там лежу. Не бежать или лезть? Конечно, конечно, вот конечно близко. Все встаем и бежим. А, тут хули. Ебать. Мне хуёво, просто всему рейду тоже хуёво, нахуй. Сука. Не покричать. Мы одно целое. Мини-ДК, главное от сокрушающего отходи, зеленая херня вокруг него пульсирует. Далеко отошел. Ну да, далеко не уходя. Отошел чуть-чуть за пределы. За зону пару шагов, да, чтоб ты не протаскивал босса каждый раз. Маг, ты не знаешь тактику тут? А на ком череп был? Сейчас я посмотрю. Череп на хулидринке, а до этого на хулидринке, а до этого на Варахеле, а до этого на QR-коде, а до этого на Варахеле. Насрали первые две лужи, блять, вообще охуенно. Ну вот крестик, QR-код, череп, Варахель. Потом QR-код, череп, а крестик, Варахель. Вот они насрали, да? Два мудака. Так что ли? Короче, ну, скажу один раз. На боссе три механики. Зеленый круг под босса милики отбегают. Крестик, череп на голове, бежишь к стене. Босс кастует каст, погружение в ужас. И ты отворачиваешься спиной к боссу. И все, больше ничего тут нету. Ну, диспелят только еще шипешник, лутай, шофер, помогайте вас диспелом. И там точно, если один там на танке будет, что-то додиспелите. Топай, безобидный шнапулы в мини-ДК. Протобаф. Пристобаф. Погнали. А, равник опять. Че такая-то хуйня у меня, блять.
Отчет не дается, почему, блядь? Короче, блядь. Чё, блядь? Ты ебал рот, нах. Нужно работать. Говорите там, когда нахуй отворачиваться, потому что я не могу нахуй все это сделать, блядь, за вас нахуй. Не смотрю на босса, я смотрю на Вуду ебаная. Ты вернулись. Отворачивай. Блядь, ну вы... Лужа охуенная. Проводи вперед. Рахель... Отбежали милик. Рахель, Вадикон. Еще? Или так пойдет? Лингра зашла в алфер метки. Еще чуть можно даже. Урхель, по-моему, спит, да? Я в уголок унес свою. Ну, последний я посмотрел, Урхель, Вадикон. Отвернули. Значит, он спит. Отбежали мелики. Вернулись. Бежали милики. А можно сальву по тутору? Отвернули. Сейчас, секунду. Сдал. Бежали. Отвернули. Бежали. Блок щитом. Кринж. Дробяшка. Кто там ФДК делает? Мини-ДК, да? Чё, чё? Так, что это? Латы. Ухопало, да? Так. СПД голова. Блок щиту. У нас про товары вообще есть? Керсори. У тебя про товары? У меня уже есть танк спек. Керсори тебе надо? Ну давай.
уговорил, да? Так, а вот это 3% урона снижает. Бат или Арбас, у вас какие танки? Я просто не видел вас в танках. Кому с вас нужнее? А по опыту чё? Арбас у тебя чё? Баду пока закинул. Так, в 6-го хила друид инвалид. Может, и ВК попробовать сходить потом? Чем быстренько ебанем. А целка не? Время уже полтора часа. Целка, но время часть хотя бы. Начать. А целка надо полностью проходить одним заходом. Мы его будем проходить на неделе? Конечно. Рарник застрял. Значит, ставишь таймер себе под картой мини-ДК. Когда будет пул, нажмешь на стрелочку, чтобы таймер пошел. На 20 секунде он у тебя будет кидать удар. На 18 нажмешь панцирь. Смотри, чтобы руны были на это дело. Понял, да? Вытащил? Таймер. На 20 секунде, да? Да. Че надо еще раз, подожди? Панцирь антимагический нажмешь на 18. Угу. Да ёбаный, блядь. Усей вам. Ставить его где? Там, где стоит? Лицом на нас. Вот там этот друля не возьмем, сова там есть. Вот он в гильде. Под инстом стоит, ждет там приглашение. Какая сова? Алла, анал. Анал. Кринж. Да нормальный ник. Сейчас, короче. Ну классно, что даже и не пишут нахуй. Да, просто это. Ну, я покинуть гильдию. Нахуй писать, мы же уёбки, мы же этого недостойны. По-английски. А они же святые люди, кто ливают. Если у человека, ну. Если он, ну, если нормально все, то он напишет там так и так, там работа или еще что-то, или переехал. Или там РТ не подал. Да. А уебки они не напишут никогда. Которые что-то там все возомнили, там, не знаю. Нормальные люди напишут. А Warflex, это же маг вроде был, да? Ну да. Да, минус 2 мага. Робота хотят убивать. А кто второй ливнул? Ревениан. Слушай, ну, там, ладно, я не знаю, а что это за хуйня нахуй? Почему я, ну, не могу ДВМ пул дать? Я не могу понять, почему нахуй. Что это за хуйня? Мут, наверное. Вот пошел пул. Али, у меня мут. Ну, пусть такой будет. Это сировсовский вроде пул, да? Да, сировсовский запустил. Начинай мини. Мини не понимаю, блядь. Знает, короче.
Ауру отдаю. Поздно. Насчет поздно не знаю, я ему прожал. Блять, проебал, как этот каст назывался? Забей хуй уже, не надо ничего, надо только на первый. Больше не будет, да, его? Ничего не надо. Давай, БЛ. Сейчас дайте там. Проклятие выносим, проклятие. Лутай давай на ХП. Друг, ты инвалид, выйди с бублика, ты сдохнешь так нахуй. Хил 80% режется. Выйдите с бублика. А, все, это я проебал. Я забыл, что это. Я каст не увидел. Бейте, босс. Бейте, бейте, бейте. А че у меня то ли бэд ДБМ нерабочий, то ли че, блядь. ДБМ, походу. Но тоже, кстати, глючит ДБМ, потому что на прошлом боссе он фир мне неправильно показывал. У кого Хан Соло убил? У кого рабочий? У кого? Получил три башки. Ёбаный, как я заебался. У кого рабочий ДБМ нахуй? У меня потому что, ну это, дайте ссылку нахуй скачать, это какая-то залупа нахуй. Самый новый который. Это походу ДБМ. А что, тебе Сирус не пишет что? Я не знаю, я нажимаю макрос нахуй, ДБМ пул он не работает нахуй. Это пиздец какой-то, они что-то обнову сделали. Я с гитхаба качал буквально позавчера, который прям написан для Сируса. И он тоже глючит. А, это какая-то внутренняя проблема. Похуй тогда, короче. Я что и говорю, я специально обновил, а мне печать показывает лишние 2 секунды. Я поэтому иду перенося. Так, что, топор надо кому-то? Да, конечно. На раз пыл, на. Да, на раз. Не надо пылить. Надо, надо. Арбас, я тебя что-то вижу первый или второй раз, да, наверное? Ну да, недавно вроде он. У него 245-я пуха. У тебя как с онлайном вообще? Ну да, мини ДК залутал уже какую-то пуху. Да, ты в принципе лутанул с этого. Чтоб честно было просто. Ладно, да. Я просто не знаю, будет вар играть или нет. Хуй с ним, короче, на, поебать. Да. Так, что это, с критом ноги? Ультрадрутие, куда это? Одного, одного. Ну ладно. Блять. Сколько? Так ты... вы дайте. Сколько ты в сове даешь? Пока не сколько, я же собираюсь только. У кого сова есть? У друид инвалида, да? Слушай, ну я не знаю. Так. А у тебя как с онлайном, нормально будет? Ну да, будет. Это... Ну, со следующей недели РТ там буду ходить там четверг. Ты по сибирскому времени живешь? Нет, я по минскому, но в 4 часа пока что устраивает меня. Не работаю временно. А, ладно, пока труд инвалиду закину. Так. Нихуя, по минскому времени. Короче, это какая-то хуйня выпала. Кольчуга, нахуй, с РП, с хостой, блядь. Кому надо этот шлак? Все Кантам. Три. Это, короче, первая с силой атаки. Там не надо. Валент. Безобидные эти две, ну чё. Выстрел, а второе... Обжигающая ракета. Это что, два на ханта, что ли?
На TC. Наверное. Так. Безобидно, что это хуйня. Мини-ДК, что-то не танчил этого босса? Не-не-не, это, как я понимаю, самый сложный, да? Ну, самый легкий. Нет. На нем постоянно вайп уже. Ну, вайпы не из-за это танка. Одно. А для танков это изи босс. Давай я потанчу, короче. Да почему я потанчу? Просто это там сколько стаков, там надо стоять на месте, держать его, да? Четыре лужи в тебя разливаются, потом переводишь. Угу. Ультрадру в сову, ультрадру в кота, друид инвалид, давай в сову. Останемся. Как, может, лучше бы в миле бы бегал? Вот кот будет в миле бегать. Точно не стабильность, все понял. И хукмастер попрыгаешь там. В миле я в РДД постою лучше. Что там, можно пойти в штрафную попрыгать? Да. Так, а первую куда его поставить? Ну, короче, первую. Смотри. Первую можно, вот танчить по, можно танчить по-разному. Можно упереться, короче, в стену вот так вот, садиться и идти. Просто уперся и идешь. А если прыгать? Идешь. Ну да, прыгать. Пусть смотрит, если первый раз танчит. Лингрен потанчил лучше. Там смотри, мини-дага лучше. Нахуй надо. На десятке этот нахуй научишься. Короче, мини-ДК, смотри, блядь. Нихуя сложного нету. Тут 100 тысяч IQ не надо. Смотри на звезду. Вот ты с босса сагришь. Вот отсюда. Пойдешь вот так, повернешь его и к стене пойдешь спиной нахуй. Вот так. И идешь нахуй. И ты, главное, не двигайся туда-сюда, упрись так и иди, вот, чтобы ты в одной точке стоял. Когда появится лужа, на тебе будет дебаф. Посмотришь там на нем секунды. Секунд 5 будет оставаться, нажмешь панцирь. Вот. Когда кончится, там в этот момент будет первый обстрел. Стой у стены, здесь сейф-зона, здесь тебя лучи не заденут. Если ты не тот луч света словишь, зеленого, если словишь, ты конфликт словишь и весь рейд положишь. Поэтому стой, жди, когда лучи пройдут. Два звуковых сигнала. Потом выходишь с лужи, проводишь босса и упираешься спиной рядом. Смотри, чтобы босс на тебя на стенку не шел, потому что под ним белый кружок появляется. И если ты близко его к стене подведешь и будешь упираться вот так в стену идти, и белый кружок тебя заденет, тебя просто шотнет. Вот смотри за этим. Еще там вон дальше есть куски мяса. И смотри, чтобы босс смотрел на тебя и на пути, как он смотрит, на тебя не было куска мяса или костей. Потому что он начнет их обходить и будет полная залупа. Сейчас вот. Ну ничего сложного нет. Лужа разливается в одно место. Ты прожимаешь панцирь. На второй четыре раз... лужи стоять, да? Не надо считать никакие лужи. Ты смотришь дебаф, который висит на тебе. Как только он кончается, лужи прекращают появляться под тобой. Ты с них выходишь. Все, дальше сам поймешь. Если как-то удобнее по-другому, там сам сообразишь. Первая, вторая пати. Начинают. Леха, чат посмотри. Первая, вторая пати начинают. Что посмотреть? Сейчас. Везде РДДшники в кружке начинают. Везде начинают. А первая, можно вторая. Приступов? Вы заебали. Везде еще ультрадру, код и хукмастер ультрадру. Туда пойдете подальше. Может, у тебя в третьей энх. А, да. Тогда хукмастер в это в кружок вернись. Где рыба? Сожрали. Че, затыкивают рыбу или что? Ты их просто не ставил. Значит, еще раз. Ультрадру и Валиант. Еще два человека в звезде. А остальные все тогда, все хилы, ханты, маги, все в этой кружке начинают. Кто сдохнет от гейзера, тот педрила. Нехороший человек. Ну да. Можно туда в штрафную пойти попрыгать? То сейчас насрут тут. Штрафная зона, вон кто совсем нихуя не понимает. Вон, я пойду попрыгаю. Крестик поставил там. Кто совсем дурачок, нахуй. Ну,
из биликов. РДДшники тоже, если не понимаете, нихуя, встаньте в стенку и смотрите нахуй в стенку. Рарник, пошли прыгать. Два шея, мы ушли просто. Блять, не работает отсчет, прикинь. Короче, на счет три. Раз, два, три. Куда нахуй? Ну таун там что-то. Ой, блядь. Почему вы вечно стараетесь, блядь, первые стрельнуть? Ну я видите, что танк. Вы видели, что танк вообще его не взял еще? Зачем вы бить начинаете? Коля пал, чуть назад, дай. Дебаф спал. Че мне? Переводить его? Ебать, 4 получил, нахуй. На мели до гейзер был. Но. Да. Ложимся. Сбегаемся, звезду падаем. Вы умрете. Надо, ребятки, чуть поплотнее. Если танк первый раз танчит, это не значит, что надо превращаться в, ну, дурачков каких-то и исполнять хуйню. А еще ближе в угол можно было туда затолкать тогда, блядь? Там миликом неудобно бегать, блядь, да. И потом спрашивать, что все померли. Вот дальше надо было проводить. Фух, я понял, нахуй. Вот, блядь, вот самое интересное, что ни одна сука не хочет танчить. Просто. Давай я потанчу. Давай я потанчу, блядь, заебали. Ты говоришь, там ничего сложного. Не, нормально, в принципе, стало, только чуть-чуть, короче, вот как звездочка стоит. Левее, короче. Я вообще чуть-чуть, да, левее. Могу до всех доебаться. Вот вы ведете себя, как хуй пойми, танк, ну, поставил в угол. Нет, надо сдохнуть, надо встать всем в 10 рыл, нахуй, и сдохнуть в гейзерах в 10 на 10. Вы понимаете, нахуй, вот один кружок под одним человеком. Да не, не, да дело не в том, Войт. Дело в том, что милики просто рассредоточились вокруг босса и, блядь, вступить негде. Так они так, они так всегда делают, нахуй. А то, что гейзеры ждать надо, они не понимают. Они сколько раз, сколько мы год сюда ходим, нахуй, не понимаем, нахуй. Надо подождать, гейзеры пройдут, следующий на РДД, и тогда да, побей, блядь. А нет, надо стоять, блядь, ебашить, нахуй. Сколько ну, раз да. Это смотреть? Ну, я говорю, как лучше, блядь, миликом скамповаться, ну, в одном паке, нахуй, быть, чтобы, блядь, все лужи, нахуй, в одной точке были, а не, блядь, в радиусе 20 метров от босса. Потому что они ждут, они отошли уже от босса, они ждут, они отошли от босса, а, блядь, гейзеры будут вокруг босса, получается, и в боссе, и вокруг босса, а людям, блядь, бежать, нахуй, за 30, нахуй, метров надо. Я вот про что говорю. Я говорю, чтобы они скамповались, как бы, в одном паке, чтобы лужи, ну, скамповано, нахуй, взорвались. Я понял, нахуй, а бычки заебали. Кого бычки заебали, нахуй? Вас не только еще это заебет, нахуй. Вы думаете, типа, ну, волониры, блядь, не делать нихуя и траем, хули мы траем, типа, прогресса нету. Кому вот, кому спешка, кому в жопе червяки, нахуй, шевелятся, нахуй, одеться побыстрее, там, перса продать, я хуй пойми. Это не та гильдия, блядь. Так кого там обычки заебали? С Вордфлекса, нахуй, вон пишут. Ага. Короче, смотрите так, нахуй, ну, я вам объясню один раз. Вот, гейзеры, они чередуются. Они первые могут быть либо на меликах, либо на РДД. Тут никто не знает. Вот. Поэтому нужно подождать первые гейзеры. Вот. Нужно на них не сдохнуть. Это самое главное. Если вы будете сейчас по 5 человек падать, с этого трая нахуяривать ГП буду начинать. Ну, просто стою и смотрю. Падают 5, все, сразу вайп. Заново начинаем. Еще раз объясню. Они чередуются. То есть, подождали первые гейзеры. Все, смотрим. Если это РДД, то следующее будет на миликах. И они еще совпадают с поездами. То есть в первые и вторые гейзеры совпадают. Дальше они просто чередуются. Самое главное, чтобы, ну, понимать, чтобы не сдохнуть, это понимать, чья очередь гейзеров сейчас. То есть если вот РДД от гейзеров отбежали, то милики, ну, секунд 5 побили, 8 там секунд, и все. И на измене сразу вы начинаете либо в штрафную зону съебываете. Просто не наносите дамаг, лучше съебитесь нахуй. Я это 10 тысяч раз объяснял. Вы мне 5 сдохших не нужны, блять. Вы должны выжить, отбежать, с гейзера выйти и пойти бить босса. И тогда босс будет падать с первого трая всегда. Тут люди проходят 240 этим левел, это говно ебаное. Мы тут падаем, как бичи 270-е. Вы понимаете это? Вот. Ну, надеюсь, понятно.
Погоди, можешь еще раз сказать мне все заново? Танчи как удобно, похуй. Не-не, мне про вот эти, когда там переводить, какой баф смотреть, когда зеленку прожать еще раз. Лужа, а, лужа появится под тобой, посмотришь на себе баф, секунды и все. И жму зеленку, да? Не запаривай мозг, можешь вообще не нажимать, тебя прохилят. Нихуя не нажимай, потом все это сообразишь. Ты должен побегать сначала, посмотреть. Не загружай себе мозг. На счет три начинаем. Раз, два, три. РДД гейзера. Вот милики, смотрите. Сейчас на обстреле будут на вас гейзеры. Поэтому заранее растянитесь в линию и сделайте так, чтобы вы бегите и из лучей. Вот, уже съебитесь все с под босса. Вот то сейчас сдохнет, тот вообще мудак, нахуй. Блять, сука. Умрете. Все, веди сюда. Следующий гейзер РДД, готовимся. Стоп, стоп, стоп. Двигайся тоже. Либо в стенку. Ой, ты что-то он близко подошел. За кости заведу. Там кости эти долбаные. Отбеги, отбеги. Похуй, это все со временем придет. Вот один бич, еще один. Милики, на нас уже были гейзеры. Готовьтесь. Скоро будут гейзеры на вас. Ожидайте очереди своей, блядь. Вы предупреждены заранее. Два хапала там танка не проебить. О, милики. Почти. Ладно, никто не сдох, молодцы. Все, РДДшники теперь. Уходи оттуда, уходи, уходи, бля! Шквал. Да. Шквал. Зачем ты на хп сдал, не знаю. Я тоже сдавал на первую. Вы бичи пиздец, нахуй. Просто в край, нахуй. Да ёбаный нахуй! Сука, кринжовщики ебучие, блять, это пиздец. И вообще, ну, как нахуй? Не, ну, доходит хоть что-то до кого-то? Плюс какой-то есть, нахуй? Падайте, нахуй. Вы умрете. Прогресса, блять. Хуеса, нахуй.
Один, два, три. Смотрим на ком первый гейзера. На мелика. В танк отбегите или кош? Долго держал? Или чё? Ты выбичи нахуй. Возможно, сало хилы получили и не прохилили. Надо было прожаться. Да я уже бежать собирался и смотрю, хоба сдох. Ну, падаем хули. Дэм. Главный бич вернулся. Бат. Ты первый раз тут? Почему ты с фиолетовой меткой словил луч скверны? Объясни, пожалуйста. Как так получилось? Да, конечно. Как это не увидел? Ты понимаешь, что ты, если противоположного цвета урон ловишь, ты лутаешь конфликт стихий. Это дамаг 25 тысяч по всему рейду. По каждому человеку по 25 тысяч за 5 секунд. По 5 тысяч в секунду. Сначала надо увидеть, потом все остальное. Раз, два. Разбежались по своим сторонам. Да блин, уже. Я вообще-то не говорил три, ну да ладно. Яна. Смотрим, на ком будут гейзеры. Милики, не толпитесь, там по миллион человек нахуй в одной точке. Вот на вас гейзер как раз. Так, кто это? Дикон спасаем. РДДшники. Сейчас будет и обстрел, и гейзеры на нас. Внимание, блядь.
Вот это надо просто. Вот сейчас никто не сдох. Вот это надо по КД повторять. Да, я пошел. Выйди, выйди оттуда. Сука. Это все по кругу просто повторяется. Все, нихуя сложного на боссе нету. Следующие гейзеры будут на меликах. Готовьтесь, милики. Были на вас гейзеры? Да, были, да, были. Чёрт, видишь, все умерли. Мы ждем. РДДшники, готовимся. Вот вышли. Вы умрете. Бля, конфликт не ловите. QR-код, блять. Спасите Войда. Вы умрете. Блять, Варахель, это пиздец. Как было этот самый гейзер? Да, да. РДДшники, готовимся. РДД с мили близко стоят. Я пойду сдохну. Нету, ну, крылья на мне. Да будут. Вздыхай, друид инвалид. Может, не зыбко прожать, да добить его? Нажимай. Добили. Вот и балдах. Такую хуйню. Я сапоги. Все, скоро научусь, как и Вилаша танчить. Так, кольчуга с критом. Сапоги на Хилана и на Элем. На Элемон. А там без разницы, и туда идет. Ну, Слава, куда сейчас? Я хуй знает. Смотрим. Так, перчатки. А уравнение у нас прошло ли, что ливнул? Туда же, наверное. Тоже они же кореша, наверное. Может быть. Так. Да, прикольно. Отваливается. Черт. Что, друг?
Хорошо. Робот отваливается. Чё робот? Рома, говорю, отваливается в архиль. Такс. Там бигдым есть. Себе заберу. Тапки, смерть разложения. Это на ОЕ получается. Что это, блядь? Декашны. Ну, декатанку и закинут. Разбойник на шару. Вот это. Так, сейчас я продам. Ну, я вот не знаю. Да все, наверное, хули еще. И ВК неохота что-то.